Вот расстояние, да, руки. Все, вот, вот здесь перебираемся, все. Нет, все-таки подальше, да, чтобы было расстояние. Было расстояние скачка, то есть расстояние скачка, да, было. И вот первый номер с места именно вот прыгнуть, что, с правым прямым, да, прыгнуть. Он же знает, что я от ножки перебираем обоих, хоп, ноги не стоят. Вот я в него такой, отпрыгнул, где ты сгруппировался, подсел. Еще раз. Пошла тройка. Да-да-да. Вот туда, оп, опять. Опять здесь. Что это было такое? Почему я тебе по носу попал? Почему руки расходятся? Наоборот, лоб в тебя. Летит вас удар. Вы знаете, что вас бьют. Вот эта подставка возможна. Но лучше всего вот глухая защита. Вот сюда лоб поймать. Ты представляешь, что ты сделал сейчас? Ты отпрыгнул назад, еще и ручки вот так развел. Почему у него руки разошлись? Вот так сделал. Ребят, вот так. Вот вы спиной туда хлоп. Вот этот прогиб. Все, руки расходятся. Вот вы отпрыгиваете, вы как пресс мне вот это качали, вот вы отпрыгиваете назад, и вот этот подсет вот у вас группирует. По рукам, вы должны, пускай по рукам вам ударят, вы же друг друга не, это самое, не убиваете. Но момент, раз, ты бьешь правый прямой, например. О, подсел, и раз, два, три, отпрыгивай. Ты не даешь мне работать, ты останавливаешься. То есть именно вот этот оскол должен быть. Раз. И прыгаю вперед. Именно вот в этом подседе. Широкое такое. Да, да, да. На третий удар. Прям прогоняете себя. Везде подсед на заднюю ногу. Для левого разгружается у вас передняя нога. Еще раз. Да, да, да. Третье движение длинное. На третье движение разгоняете. Хорошо? Вот этот отскок поймать. Раз. И вот первое движение. Два, три. Ширина, видишь, какая? Вот тут группирован, да? Покажешь? Да. Давай. Я бью. Вот, во-во-во. Вот попой крутишь. Во, прямо туда. Прыгни прямо туда с ударом. Во! Уже хорошо. Крутим попы. А кто становится первым? Передует правую левую? Да. Чередует, но не принципиально. По раунду. Достать ногами. Приготовились. Бокс. Время было, ребят, время. Попробовали медленно. Стоп. Стоп. Вот момент был. Видели, Алим меня не сразу доставал, да? Оу. Вот здесь у первого, вот смотрите, здесь очень интересная ситуация. У первого номера, который бьет одиночный, нету паузы после своего удара. Что это значит? Прыгнул туда и отпрыгнул вращением. Прыгнул туда, я как бы бью, толкаюсь и отпрыгиваю сразу. И у второго номера нету паузы после отпрыгивания тогда получается. Попробуйте сделать не резко. Не так быстро, но динамично, чтобы у первого номера было раз, два, раз, два, ушел. А у второго номера было вот так, раз, раз, два, три, раз, раз, два, три. То есть поймать свою массу, как на пружинке, на инерцию на ноге, и вот этот переход от защиты к действию и от удара к защите, вот здесь вот динамика, вот он рабочий момент, попробовали, пожалуйста. Медленно попробовали. Прыгай, 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 крути попой, да, правая нога, пацан. Шире на ногах. Паузы не должно быть, ребята, пожалуйста. Дальше, Соня, передняя нога. Крутите бедра, крутите, ой, мало, во-во-во, вот сейчас было интересно. Побыстрее ногами, не руками. Ребята, истерика в бедрах, в ногах истерика. Руки пойдут сами. Соня, у тебя лишнее движение перед тройкой пошло. У тебя лишний подскок пошел. Алим, не остановись. Ударил, ушел. Алим, ты паузу делаешь. Ты ударил. И здесь стоишь еще полчаса.
туда и обратно. Здесь нету прямых ног. Ну, где Соня? Не поймала его. Близко подходишь, Алим. Алим, ты близко подходишь. Перед ударом, о, пошла бедро. Вот сейчас было интересно. Ноги не прыгаем, ногами работаем одноименку, пожалуйста. Крути справа, Соня, бедра нет. Дальняя дистанция, дальше прыгнуть надо, прыгнуть и ударить. Время. Ребят. Момент. Вы прыгаете, вот ты, Алим, да? Руки висят вот здесь, висят, да, руки? Вот с такими руками не получится далеко прыгнуть. Потому что ты довольно-таки широкий, все равно амплитуда вращательного движения. Я почему вас вот сюда и поставил? Почему я вам сказал вот эту группировку сделать? Как вы пресс качали перед прыжком. Вы сгруппированы, вы центробежная скорость. Вы как шарик. Вы прыгаете ногами. И вращаетесь. Первое движение, вот оно такое заряжательное. Так, так. Вы вот здесь расходите, ты такая же. Пауза. Вот ваше положение такое. Вы как бы вообще изначально, если так и брать эту работу, да иди ко мне, бегом, спустись. То она прикольная. Вы сейчас ее отрабатываете как бы на ударе, на защите, да? Она также может работать, например, вот в вот такой ситуации. Вот здесь средняя дистанция. Вот она, ну вы вот здесь. Вот они вы. Вот, и тут же, оп, если далеко. Так, вот туда бедра. Не надо тут вставать. Тут наоборот, широкие ноги помогают вам такую амплитудку иметь очень приличную для длинной дистанции. Вот это допрыгивание. Тем более выход на третий удар. Оп, да-да-да, например, боковуху туда занес. Вот сюда руки. Вот здесь. Вот тут себя поймать. Вы как в пружину вот сжимая. Оп, и туда пошел. Попробуй, отпрыгни от меня. Так и пошла тройка. Я, честно говоря, где ты вот здесь? Нет, где ты? Я же оп, подсел на заднюю ногу. Типа того. Ну-ну-ну, прыгай, вот, ноги крути в жопу. Почти. Поменялись. Время. Помогите первый, помогите, не торопитесь, помогите друг другу. Ногами прыгаем, собраны руки. Начните прыгать вместе с ногами. Ребята, оу, придержите руки. Ну начните, прыгните и ударьте. Начните движение прыжка, вращения. Вы сразу рукой торопитесь сделать. Придержите кулаки. Пойдут они. Соня, а где твой-то удар? Почему опять ручка одна идет, левая к тому же? Крутите бедро, прыгайте ногами. Поймать себя на заднюю ногу. Неважно, левый-правый-левый или правый-левый-правый. Поймать на заднюю ногу себя. Дай бедро, Соня. Дай вращение спины. Нет, рука первая идет. Ты не прыгай. Обеими ногами прыгай. Ты вот что делаешь. Ты обеими ногами должна прыгнуть. Левая нога впереди. Туда бедро, обратно. Шире на ногах. Ты... Левым боком, почему развернулась? В себя группируйтесь. Левая нога впереди.
Не гнись, Алим. Прыгай, бей. Чего ты гнешься спиной? Алим, ногами начни, бедро. Что случилось? Ну, когда это делали, там еще ногу отбил. Далеко, ближе друг к другу, Алим, и далеко отпрыгиваешь. Вот сейчас хорошо. Соня, близко подходишь. На задней ноге. О, что-то было. Группируйтесь, группируйтесь. Группируемся, локти вовнутрь. Алим, крути бедро, крути, припрыгивай. Время.